back in ETV. Друзья, с высоты птичьего полета мы передаем вам привет, потому что это Balcony TV Саратов. Здесь, на набережной, у кафе «Акватория», мы встречаемся с оригинальной и неповторимой группой, которая называется «Фермер Джон». Привет, ребята! Привет, ребята! Привет, ребята! Какую песню вы исполните нам сегодня? Мы сыграем композицию, которая называется «День Святого Патрика в Москве», и посвящаем ее всем дворникам и троллям. Во-хо-хо! Слушаем! Спасибо, гостиница «Словакия». Спасибо, «Словакия». Спасибо всем, кто сейчас нас слушает, видит, смотрит. Друзья, напоминаем, Balcony TV Саратов, международный музыкальный проект, который существует в более чем полусотни городов мира. А сегодня у нас в гостях фермер Джон. Давайте познакомимся со всем вашим коллективом. Как вас всех зовут? Я фермер. Кто-то шериф, кто-то пиратка и кто-то этот еще на чем-то там играет. Я не помню. Всех не упомнишь, в общем-то. Ну, расскажите про свою историю группы, про создание, почему такое название. Наверное, я расскажу про создание, наверное. Я вообще расскажу про концепцию. Ну, почему? Да, вот мы все вот одеты, как фермера, наверное, да, вот все вот вы видите нас. Вот. На самом деле, вот я начну издалека. Вот. Моя мама очень хотела, чтобы я поступил в аграрный. В аграрный. Вот. Я как бы этого не сделал, но хочу осуществить ее мечту. Вот. Ну, я просто не знаю, я не умею пользоваться этой штукой. Вот. И как бы, мама, вот передаю тебе привет. Вот, как бы, я вот исполню твою мечту, и я теперь фермер. А я к своему двору, пацаны, привет, нормально вчера
Зачем? Кто бухал? Да, вопрос такой вот у нас прям прислали сейчас в Twitter, Facebook, на MySpace, 15 репостов уже. А где сено, ребята? Съели. Сено на фотографиях у Олега Елкиса. Еее, это наш любимый фотограф, ему тоже большой привет, Олег Елкис, всегда с нами. Я прошу прощения, просто не получилось сено привезти, потому что я лежу сейчас, я передвигаюсь очень тяжело, поэтому я лежал там вместо коровы в стойле на Влёхиной BMW на заднем сиденье. Поэтому там не было сена, то есть, ну я бы в него просто зарылся, наверное, и там, а там червячки такие, ну мало ли что. Ну, в общем, сено вы знаете теперь, где найти. А где найти ваше музыкальное творчество, где искать? Ребят, ну давайте называть вещи своими именами. Сейчас самый популярный — это ВКонтакте, YouTube, поэтому вот такая вот фигня. А там говорить, что он на каких-то музыкальных форумах, там Нидерландов, все это полное... Полная сена. Ее, друзья. Это Фермер Джон. Ищите их. YouTube, ВКонтакт, а все остальное — полная сена. Belkin TV. Всем сена! Belkin TV.